Здравствуйте, сегодня суббота. Я в таком нашем, Любава, по-моему, называется этот торговый, такой большущий наш центр. Вот там вход. Людей пока мало, потому что еще рано. 10:30 утра. Вот такие магазины разные. Такое небольшое здесь кафе. Ой, я уже приехала, оказывается. Да, как журналист, это спуститесь на первый этаж, пожалуйста. И там, где при выходе, там такая будочка, ресепшн находится. Угу. И там есть девочка, и поговорить. И что? И она может дать разрешение? Ну, вы с ней поговорите, они решат. Ну, вообще дают вопрос. Разрешение? Вообще-то надо разрешение иметь от администрации. Ну там это есть уже разрешение. Вы подойдите пообщайтесь с человеком. Ну вы что же, вы же магазина. Я охранник всего лишь. А моя что? Моя задача просто сказать, объяснить. Хорошо, все, большое спасибо. Пожалуйста, это на первом этаже, при выходе там она должна сидеть. Пожалуйста, хорошо? Это такой на самом верхнем этаже аттракционный такой уголок. Сейчас посмотрю, как точно называется, потому что я даже не думала, что мне разрешат здесь снимать. Но парень сказал, что здесь не военный режим. Почему не снимать? Можно, все, ничего не запрещается. Так что дети играют. Взрослые могут покушать мороженое, какие-то десерты. Я вот тоже сейчас взяла меню, смотрю, чтобы мне здесь такое выбрать на радостях, что они мне разрешили спокойно посидеть и даже поснимать. Видите, кто-то уже сделал себе заказ, можно сделать. И видно будет какой-то день рождения, может какой-то небольшой праздничек. Почему бы и не сделать? Смотрите, как здесь уютно, хорошо. Конечно, музыка какая-то звучит. Вместе с тем дети могут поиграть, какие-то игры. Ну, в общем, мне нравится, там вон дальше горки, все такое интересное. Довольно хорошая, приятная обстановка. Так, ну я себе сейчас что-то, конечно же, выберу. Так, вот такие у нас цены. Можно, видите, вполне доступные, я считаю, не знаю, конечно, какое там на вкус. Красиво все так украшено. Вообще, конечно, странно, что многие, в том числе и я, даже никогда не была здесь и не знаю об этом. Соки, такая цена. Гривна у нас, это все цены вот в гривнах, видите, сок в ассортименте 200 мл, 10 гривен у нас. Это получается меньше, чем 50 центов, да. Потому что у нас 1 гривна равна 1 доллар равен 25 гривен. $1, если 10, значит это получается где-то 40 центов. 40 центов 200 миллилитров. Ну, мне часто говорят, ой, у вас там цены намного ниже, чем у нас, там в России или где-то еще, вы же не думаете, или не сравнивайте. Вернее, надо еще и сравнить, какие у нас зарплаты. У меня, например, пенсия 1213 гривен в месяц. 1213, это даже меньше, чем 50 долларов. Вот так. Оказывается, один шарик это совсем мало, даже в середине еще немножко пустой, на 8 гривен, ничего себе, так что горло не заболит. Да, выбор хороший. Ну ладно, что ж, будем кушать. Ну что, с мороженым я расправилась быстро. Почему я сижу и думаю, что я удивляюсь, в Черногории такое мороженое 1 евро.
тоже один шарик, 1 евро. Ну, бывает 60, если не сильно таких местах людных, курортных. Что такое интересное, я даже не знаю. Как-то играть можно? Или это просто для красоты? Да, это называется, видите, парк развлечений и аттракционов. Это боулинг. 166 гривен на 6 человек за час. Ничего интересного. Это я шла примерить вот такое платьице. Ну вот посмотрите, вот такая я смешная в своих босоножках на низком. Я же ношу только уже низкий каблук. Так, если даже я наемся, так же нет. Обычно я вот такая. Такое интересное. Платьице 96% катон. 96% катон, остальное что-то там другое. Наверное, вискота какая-то. Такое за колено и сзади разрез. Я на одной ноге, не для всех рассказываю, вены, поэтому я ношу длинные или брюки летом, а так то колготы, чтобы не видно было. Но в этом платье вот такая длина. Но оно такое приятное на ощупь. Хотя плотное. Ну что мне делать? Ну, вот такая, я, конечно, если бы на каблучку было бы лучше, но я уже каблук не ношу. Вот. Ну а так здесь есть еще там. Я тут в фильме. Грудь выше. Вы мне льстите, так и я. Конечно. Ой, комедия. Короче, я, наверное, его буду. Как-то оно вот чувствуется, вроде бы как мое. Такое довольно приличное. И в хорошем отделе я его покупаю. Сейчас скидки. Ну да, смотрите, конечно, если уже разобраться, то выточка не на месте. Ну, уже я ж, так сказать, дома. Ладно, не будем уточнять.